Всем привет! У нас наступила золотая осень, и мы едем сегодня с вами за грибами. О, люди ходят в грибы. Маслята ищут. Но здесь не будет. Хотя, не, ну уже для маслят большеватый много леса. Оба, а что здесь, переложили что-то? Перекопали. Вот так вот. Разве мы сюда заезжали? Да. Стрена перекопана уже давно. Мы сюда заезжали. Ну ладно, тогда остановись здесь машину, пойдем пешком. Все, высадка грибного десанта. Если народ стоит, значит, наверное, что-то есть. Сейчас мы это проверим. Так. Ну, похоже, здесь уже вчера побывала куча людей. Не вижу я следов. Даже следов не вижу. Уже вчера перебегали тут все. Ой, боже, тут кто-то прополз. Перебегали здесь уже все, кому не лень, но я не вижу даже пней. Где грибы? Грибы? Ау! Вот это что-то съедобное. Нашла съедобное, но и вот еще нашла съедобное. Так, что это? Это польский гриб червивый. Польский я не беру. Видите, он синеет. Польский боровик. Он синеет в разрезе. Я такие не беру. Люди берут. А я не знаю, я... И вот еще. А я такие не беру. Я боюсь. Все, что меняет цвет, мне не внушает доверия. Я нашла два польских боровика, но я их не взяла. А ты что-нибудь нашел? Я тоже нашла два пенька. Мухоморы. Ничего. Нет, мне такие грибы не нравятся. Вообще. Пимс. Это что-то было. Это съедобный гриб, я знаю. Но я не беру такое. А? Нет, это не грусть, это... Вот грусть. А, грусть. Грусть нашли. А что с ними делать? Солить. Ну, мы ж миллион раз пробовали, ничего не получилось. Так, там еще он что-то сидит где-то. Так, что? А вот это нет, это... Это вот что это? Это вот, посмотрим, что это такое. Нет, это не поганка, это осенний гриб. Осенняя сирушка называется. Сирушка. Подзеленка. Но нафиг. Ничего нет, не брусники. Вот две бруснички недозревшие почему-то в начале, в конце сентября. Или это что это было? Нет, это не брусника была. Помойка какая-то. Вот что за свиньи? Что за свиньи, люди? Ну. Что это? Это что-то? Что-то? Маховик. Оставайся, дружок, здесь. Я нашла! Я вас нашла! Я вас нашла! Какое счастье! Аж целых три лисички. Вот раз. И вон там. И сейчас буду как... Дикий кабан перерывать все вокруг. Так, срезаем. Я нашла лисички. Я нашла лисички. Раз. Смотрим внимательно. Вокруг ничего нет. Вон там еще впереди. Там вон, видите? Так. А, я думала две. А тут одна. Ну хотя бы одна. О! Вот оно счастье. Грибное. Вообще нет, конечно, так вот бегать.
Не нравится. Я хочу присесть на одном месте и накосить полянку. Давай проедем на заставу. Давай проедем на заставу. Может, там открыли въезд? Может, мы проберемся тайными тропами? Ну ничего, зато наиграемся в старинную русскую игру. Знаешь, какую? Пинание мухоморов ногами. А? Короче, первая попытка неудачная. Ну что, едем на прорыв заставы. Так, ты что там, где белый этот самый столб, поворот, да? Или дальше? Нет, здесь налево. Здесь налево. Ну, вряд ли, конечно, будет сейчас все законопачено. Тут даже навалили каких-то веток. А, блин, тут даже если и проехать, то, бляха, тут надо плыть. А вот люди в объезд объезда едут. А вот кто-то проехал. Что это нам даст? А вон там стоит пограничник с ружьем. И сейчас будет нас пулять. Поэтому уже выскочил. Нету смысла нам туда. Да, уже выскочил. Поехали через поплавы, мы так ближе подъедем. Нормальные герои всегда идут в обход. Да. Неудача. Едем далее. Поставили. Туда в район цели сейчас все равно будет день. Сразу. Нельзя идти, потому что могут стрелять. По ближнему буграу здесь. Вот это экстрим. До директрисы. Вот это экстрим. Пособирать грибы под обстрелом. Кто на такое способен, кроме нас? Кроме русских. Да, кроме русских. Ненормальных, сумасшедших. Да. Белорусская деревня. Ой, ой, что там, боже. Задавил собаку. Нет. Нет? Какая-то дикая собака. Динго. Бросилась под колеса. Что это? Он какой урожай тыквенных. Листва. Ну, листва. Листья. Ну, оно же позарастало. Тут побросали. Побросали дома. Где-то еще кто-то живет. Даже какие-то машины ездят. Даже какие-то трактора. Гав-гав. Народ трудится. А, вот тут кто-то ведь даже коттедж какой-то хотел построить, но не получилось. А вот рухнуло все. Сгнило и рухнуло. И вот какой домик. Еще, наверное, да какой-то довоенный точно. А может, даже дореволюционный. Вот какие домики. Глубинки. Тут кто-то еще живет. Не умер. Тут уже все. Да. Кто-то что-то делает. Вот тут даже он террасу представил. О, вот смотри-ка. Даже окна. Дачище. Вот окна. Чьи-то дачи, да, наверное. А вон аист должен быть здесь. Наверное, есть. Они уже улетели, да, наверное. Вон красота какая деревенская. С солнцем. Фысё. Бабули отдыхают. Вместе с собаками.
Так, поплыли по болоту за грибами. Ой, блин, капец. Короче, тут еще пилить и пилить. Пилить и пилить еще. Так. Ну ладно, высаживаемся. На. Тыквы вон чьи-то лежат. С другой стороны, с прошлого года не убранная колхозом солома лежит. А зачем убирать? Зачем ее вообще собираться? Вот пример бесхозяйственности государственной. Начальнику мы ничего не отдадим. Нет. Зачем? Все сгниет. Это маслята. А может быть и можно. Где? Свеженький. Старенький. Старенький. Старенький, 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 да. Не опоздали мы. Маленький. Маленький. Ну, есть такой. Масленок. Нет, не масленок, погоненок. Погоненок. Так, ну что? Уперед? А? Ходили, резали уже, да? А вот это вот, кстати, волнушка. Нет, это рыжик. Бляха, рыжик. Но он червивый, зараза. Смотри, еще один. Блин. Рыжик. Тоже червивый. Блин. Вот еще. Что это? Рыжик, но тоже будет старый червивый. Рыжик. Я уже 100 лет не видела рыжиков. Ладно, пойдем собирать, что там дальше. Что это? Знаю, что это? Это поганки. Ну, это что-то какая-то картошка. Да, что-то похожее. Кто? Где что? Где? Кто что? Поганка. Ой, нет, это... Это боровик. Это не боровик, это подберезовик. Ну вот. Ну да. Вот откуда здесь? Вижу шишки. А, вот это самое. Ну видишь, на луще сколько? Это здесь живет. Белка. Белка живет. Стрелка. Я нашла боровик. Тык. А я нашла боровичок. Вот красавец какой. О! Красавец. Красавец какой. Супер. Вот так. Ложим его сюда. Класс. Братья, боровики, вы где? Ау. Ау. Кучу кого? Маслят? Абана. Ничего себе, красавчик. Вот так. Так что супец сегодня будет. А все почему? Ты не можешь собрать грибов. Ты знаешь почему? Потому что ты ходишь неправильно. Нож надо прятать. Грибы-то все видят, разбегаются. Вот. Где-то я здесь еще видела, а от страха только что стреляли. От страха. Забыла где. О. Так. Ну, давно здесь никого не было. Вот еще. Чистые. Так. Вот я перепугалась и забыла, где они. Опа. Опа. Чистенькие. Опа.
Чистенькие. Вот уже сколько нарезали. Думал, а? Думала на супец, но будет еще и на жареху. Вот кто-то тут что-то тут собрал. Глянь. Кто-то повесил боровик. Да. Нет боровиков, зато есть маслята. О, красавец! Это подберезовик? Да. Чики-пики. Да он еще и практически чистый. Вот таких бы. Да, вот таких бы резануть. Так. Ага. Ага. Ух ты! Смотри рядом. Ух ты! Опа! Чистые. Да. Это мы удачно зашли. А вон еще один. Но он какой-то уже большой. Но мы его все равно срежем. Опа! Свалили. Срезали. Так. Чистый, но старый. Блин. Бляха, ну он чистый. Ладно, заберем. Маслята. Это не то. И вон ты еще масляного. А вон, вон какие. Вон. Два боровика. О, о. Тебе не знал. О. Раз. Два. Вот с такой так ножкой. О. Класс. О, красавец. Слишком близко попробую. Красавец. И вот еще. Красавец. О, это мы удачно пришли. Масленок, он, наверное. О, нормально. Как-то по суше, поэтому... Так я же говорю, что сейчас надо по таким вот ходить. Там бегали все. Да? Да? Ага. Ага. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой, как страшно, блин, поджилки затряслись. Вот. Грибы под обстрелом. А? Ух ты! Нет. Ой, вон там еще. Ой. А такие вот грибы я люблю. И вот целая полянка зеленок. Зеленки. Не знаю, что я с ними буду делать. Так, пожарю. Целая поляна. Короче, пришел за нами постовой. Он нас пропустил, а теперь пришел, вернул нас. Но мы приедем еще завтра. Завтра уже учения заканчиваются. И не будем под бомбежками собирать. За час насобирали вот столько. Это, кстати, не моя корзина Олега. А я набегала вот столько. Это в основном маслята. Но есть еще и белая. Белая красавцы вообще. Супер красавцы. Белая. По белым у нас больше... Олег, как свинья по трюфелям, так он по белым. А я все больше по маслятам. Вот так вот. А, оптика. У меня оптики нету. Я забыла дома. Вот это собачья будка для постового. Вот это окоп, чтобы, не дай бог, враги не перебрались на нашу сторону. За грибами. Точно. Вот это вот зонтик, чтобы не намочило постового. Государственная граница. Да.
А вон там мы стали. Сейчас дочапаем, поедем варить грибные супчики. Смех смехом, а бывало такое, что смотришь, а в районе целей грибники лазят, а те туда стреляют. О, а кости потом находили? Нет. Нет? Их разрывало на мелкие кусочки? Ясно. И даже на суп не осталось? Это не смешно. Ну, вот так и мы сегодня были мишенью. Может, у нас наводили мишень? Мы не в районе мишени. Но было все равно страшно. Ну так, громко. Не страшно, но громко. Вот наш сегодняшний урожай. А на сегодня все. Мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч. У нас сегодня покос массовый. В том числе и грибов. Травы и грибов. Это вот на улице. Ой! Каждый год у нас опята растут. Молоденькие. И никуда ходить не надо. Пожалуйста. Как говорится, если вы не идете за грибами, грибы придут за вами.